Музыка, стрижка, приставка Дэнди и многое другое. С начала июля уникальная передвижная парикмахерская ездит по городам Беларуси. Сегодня и завтра жители Гродно смогут бесплатно изменить свой образ. Специальный автобус, стилизованный под парикмахерскую, предлагает каждому желающему стать обладателем модной стрижки. Передвижная парикмахерская оборудована тремя рабочими местами, мойкой и профессиональным освещением. Стилисты подходят каждому клиенту индивидуально и выполняют свою работу профессионально, несмотря на экстремальные условия. Только стрижки. Женская, мужская, детская и стрижка усов и бороды специально для мужчин. Все, больше мы ничего не сделаем здесь. Максимум мы можем покрасить цветную прядь сделать. Ну, такой специальной краской, которая не требует стандартной процедуры окрашивания. Бонусом к стрижкам служат выступления ведущих и диджеев. Для того, чтобы получить бесплатную услугу, нужно зарегистрироваться на сайте тура. Несмотря на стереотип о том, что в парикмахерскую ходят больше девушки, организатор отмечает, мужчин и женщин приходят поровну. Тур «Дэнди Бас» длится 21 день. За это время автобус-парикмахерская проехала более 2600 километров и открыл свои двери для жителей 12 городов.